FIFA 15 Ultimate Team, монета, а также другие игры вы можете приобрести на сайте krabo.ru. Ссылка в описании. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ёжик, это Роналдиньо, это OneUp, четвертый выпуск. И, если не ошибаюсь, то 4 матча подряд наши ребята проиграли. Пора браться и побеждать, поехали. Смотрим на состав соперника, и это у нас... Вот так вот. В принципе, нормально, потому что в предыдущем выпуске там такой дурдом был. Хорош! Здорово! Да ладно, Куртуа на воротах, это будет опять сейчас Пукано Бомбито. Ого-го! Роналдиньо, принимаем. Ой-ой, как на грудак принял. И корпусом закрыл хорошо. Рауни! Удар! Куртуа добить! Нет, добивание лагает, лагерок попал, ну блин. Подача! Нет, подача, Куртуа на месте. Да, с таким лагерком с трех. О, хорош. И просто забивай, Рони, просто забивай! Удар! Куртуа. Вайзер. Нагамура. Удар! Угловой. Неплохо. Здорово. И в разрезе Вайзер. Вайзер! 1-0. Ну, наконец-то забивает Роналдиньо. И лагеру забивать очень важно. И помногу, чтобы он выходил, потому что он лагер. Добивание Роналдиньо, пустые ворота. 1-0. Оу! Фола нет? Хорош! Роналдиньо. И пасик хорош, это вторая банка. Нет, Роналдиньо забьет ее! Роналдиньо забьет ее! 2-0! Маэстро возвращается! Волшебник возвращается! Вот так вот, дубль, понимаешь? Вот тут можно было уже забивать, но... Пасик очень вовремя. На! Отлично! Отлично! Роналдиньо! Оу! Блин, ну почему я булки расслабил раньше времени и думал, что это уже гол, а? Фух. Я прям не знаю, не ожидал. Вайзер. Вайзер, давай набирай, малыш, талантище ты наша немецкая, Вайзер! 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 Роналдиньо! Удар! Куртуа. Ага, и тут разрезик может быть на Роналдиньо. И давай, 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 Рони. Третью баночку ложи. Подкат очень вовремя прилетает. Разыгрываем, ищем сразу же Роналдиньо. Я его нашел, вот он. Роналдиньо принял и исполняй удар. Ой, стрёмный удар. И конец тайма, пожалуй, или нет, еще отворот будет. Соперник, собственно, никакущий. Этим нужно пользоваться и забивать еще хотя бы две баночки. Интересно. Опа-па-па-па-па-па. Пасик не прошел, и тут... Куда это вообще? Как ты играешь? Как ты четвертьфинал кубка вообще прошел? Кто с тобой играл? Куда? Ого-го. Фух. Если бы сейчас еще каким-то комическим образом мяч оказался в моих воротах, я бы вообще офигел. Трауре. Хорошо, Исмаэль. Центр. Там фол был. Но мяч у нас, и... ну. Реф! Ну какого? Сорвал атаку, да, Роналдиньо уже стоял на ударной позиции, сейчас бы разворачивался и забивал. А тут куда, зачем, не знаю, что сейчас будем с этим делать. А может быть, пробьем? Удар! 3-0! Вот это удар! Ничего себе уголочек! Куртуа просто не ждал и, собственно, исполнил Роналдиньо просто шикарно! Я даже не знал, что с такого угла голы заходит, честно говоря. Но заходит, исполнение шикарное, будем знать, будем бить. И
Вынимай. Удача, удар. 1-3. Законно. Законно прилетает нам с фланга. Кейн. Его оставили, он забивает. Нужно посмотреть повтор, собственно. Кто там так провтыкал? Ага. Вот так вот не успели и получай. Расслабляться все-таки нельзя. Можно! Удар! Ну что за удары у Роналдиньо? Все-таки дальние удары ну никак не летят. Как бы ни старался исполнить. Там Уэлбек разгонялся. И ну как? Ищем Роналдиньо. Счет у нас комфортный. Можно ему забивать. Удар, нет удара, рикошет. И забивать не станем, потому что нам нужно забивать Роналдиньо. И Рони, ударная позиция. Удар. Мне кажется, там пострадал только что паучок. Повтор. Вот это исполнение Роналдиньо. Ну наконец-то. Все-таки в пределах 15 метров он исполняет. Дальше чуть-чуть нет. Но какой удар. Вы только посмотрите. Хорош. Оу! Давай пятую, пятую! 5-1! Вот это да! Хорош! Давай, 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 давай! Давай! Хорош! Вот он, вот он, вот он! Алло! Ты офигел! Да пош... И это желтая карточка. Серьезно. Вот это желтая карточка. Снова забивали сегодня. Ах. На этот раз нет. Интересно. Рабона фейк здорово. Финтанул. Хорошо. И... Ёханый бабай, как все сделал и так ударил. Я так понял, Роналдиньо только щечкой пробивает. Только на исполнение, никаких ударов с подъема. Настреляли какому-то, конечно, парню, который слабоватенько играет. Но, тем не менее, 5 мячей Роналдиньо, я понимаю. Это реабилитация за предыдущее поражение. Ну что ж. 5 замен, целых 5 замен. Офигеть, я так долго ждал этого момента. Таким образом, мы, собственно, вышли в полуфинал кубка. Это был четвертьфинал. Забили мы 5 мячей и 5 замен. Спасибо тебе, Исмаэль Сильва Лима. До свидания, Пауло Нагамура. Японский бразилец или бразильский япошка. Не знаю, 2 ассиста отдал, постарался. Спасибо, до свидания. Правый фланг, Игор Джулиао. Левый фланг. Ронан или Ронан, до свидания. Карл Анри, 1. Юн Сок Йон, 2. Оливер Кирх, 3. И Йенс Веммер, 4. 4 новых парня к нам приходят в состав. И 5-м будет, наверное, защитник. Все-таки, да, Да Силва, ты мне не помог. Ты топил нас как мог. Уходи. И французик, приходи. Ну и 5-я замена. Луик Ландре, который пришел крепить нашу оборону вместе с Романом Женеву. И, собственно, теперь вот таким вот образом выглядит моя команда. Только мы ей еще формации поменяем. Вот так вот. Почти уже слепили гибрид. Нам осталось поменять только 2 игроков. И, соответственно, тогда у нас всех тут будет 9-ки и 10-ки. Все будет отлично, но... Пока что уже лучше, чем было, согласитесь. Поехали, можно играть в полуфинале. Неплохо. Испанцы. И пипелочка есть, и примера есть. Неплохо. Угу. И в разрезик. Роналдиньо! Алло! Пенальти! Точку! Правильно! Будет Роналдиньо пробивать. Давай красную еще мне. Yes. А было пеналечка? Было? Ну да, она по спине там дал, Варан затоптал. Касильяс против Роналдиньо. Вот это так. Легендарная у нас пеналечка. Роналдиньо. Исполнять. Удар. 1-0. Да! Опа. Ага. Роналдиньо. Ну и как красиво. Вайзер. Вайзер принимает. И на Роналдиньо!
Ой-ой-ой, 2-0, офсайда не было. Как исполнил молодой талантище Вайзер. Как Вайзер все сделал, Роналдиньо остался просто в одиночку сам. Фух, красавец гол. 2-0. Опа. Тихо-тихо-тихо. Блок. Удар. Фух, мимо. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Это может быть желтая карточка, и она будет справедливой. Неплохо. И в разрез на Роналдиньо. Отлично, но тут нет. Тут Аспиликуэта без шансов. Ух ты, а вот и шанс. А вот и шанс. А вот и... Нужно было просто пробивать. Я начал чудить. Зачем? Это же one up. Здорово. Вот это сыграл мой кореец. В защите хорош, Трауре. Давай, набирай, набирай, набирай. И... Ой-ой-ой. Пасик. Хорош. Еще пасик. И... Пенальти? Пенальти! Еще один пенальти! Вот это да! Повтор, повтор, повтор. О, да, там Касильяс сломал, но в принципе я не знаю. Везет. Везет за все предыдущие матчи с Роналдиньо. Дают забивать, значит забивай. О, все-таки забивает Роналдиньо. 3-0! Касильяс только что, я думал, отбивает, отражает, но... Как он тут умудрился пропустить? Лол. На Вайзера запускает, здорово. Вот это я понимаю. Вот это бразильцы играют, ага. О. Где? Ну как? Вот так вот, нормально. О, вот и Рэчквид, ребята. Дождались. Что это значит? Это значит, что 3 мяча от Роналдиньо плюс Рэчквит. Это 4-я баночка, 4 замены. О-хо-хо. Но, знаете ли, я хотел дальше забивать. Но вот так бывает. Так бывает, такие хлюпики попадают против тебя, не мужики. И проигрывают, и выходят с матча до его окончания. Учитывая то, что 2 полноценных матча мы не сыграли из-за Рэчквида соперника, я думаю, будет справедливым сыграть 3-й матч, тем более, что это будет финал Кубка. И таким образом мы закончим сегодняшний выпуск. Но для начала мы поменяем 4 игроков. И прежде всего я вам покажу, каким же должен был быть гибрид. Для этого я поменяю 2 игроков. Жао Шмидт, 4 ассиста отдал, дофигища матчей сыграл, красава, спасибо, до свидания. Ну и Веллингтон Лима, который вместе с другими бразильцами страдал в предыдущем выпуске. До свидания, свое ты отпахал. И на позиции под нападающего у нас будет играть Рикардо Хесус да Силва. Бразилец, который является одноклубником Роналдиньо, и, собственно, у нас тут связочка то, что надо. Моим новым голкипером будет Альфонс Ареола. Я надеюсь, что этот парень будет тащить, потому что предыдущие вратари реально меня подводили. Собственно, вот таким вот образом я планировал гибридить нерарное серебро, но Роналдиньо продолжает забивать, соответственно... Нам нужно двигаться дальше, у меня еще осталось 2 замены. И, знаете ли, не проблема. Сейчас все сделаем, гибрид будет в силе. Юг Сок Ян всего лишь 1 каточку сыграл в моем клубе. И нужно ему уходить, потому что на его место приходит игрок из Тоттенхэма. Это у нас Дэнни Роуз. Ну и на правом фланге та же история. Йенс Веммер, который сыграл 1 каточку, нас... покидает, спасибо тебе и до свидания. И на его месте у нас будет играть просто убийца, который у меня играет и в золотых рарных супер-дупер составах, Денис Дикмайер. Просто машина, которая уничтожает и не оставляет шансов противнику. Итого, у нас составчик готовый, и как видите, сыгранность то, что надо. Гибридик шикарный, мы готовы, финал начинается прямо сейчас, поехали. 4-4-2, это финал, и это у нас какая-то разобранная команда. Что он делает в финале? Пожалуй, играет очень жестко, либо я не понимаю, что это такое. И не лагает, все нормально. Крутой тип, с таким составом дошел до финала, пожалуй, играет очень жестко. Дикмайер, минус 1, все нормально. Ты что, думал, в сказку попал? Это тебе не какой-то там Араухо или Да Силва. Посмотрите, как он смотрит. Сейчас убью. Терминатор.
на самом деле. Удар, ой, рикошет! Ух! Хисус. Опа! Роналдиньо! Удар! Фол. Я свалил. Ну! Гол! 1-0! Хорош! Вот это да! Я тут думал кричать гол, не гол, гол, не гол. Я боялся все-таки сказать раньше времени гол, потому что если ты вришь гол, бывает, что не попадаешь. Ух! Хорош, 1-0. Ой-ой-ой, пролетаем мимо. Отбор. Здорово. Ой, беда. Вратарь, вот это я понимаю, красавчик. Опа, давай. И еще, и Трауре. Удар, не забил, добить, не добить. Блин. Корпус поставил, поработал, нормально. Замахом хорошо убрал. Передачу и фол. Фол поставил РФ, нормально. Ух ты. Ай-яй-яй, красиво было. Так, контратака соперника. И отбор от Женеву, отличненько. Отлично, французы убивают в защите просто. И сюда, и в разрезик. Роналдиньо не пожалел Роналдиньо, но пас не дошел. Ну что ж, второй тайм поехал. Здорово. Анри, ищем, ищем, нашли, нашли, нашли Роналдиньо. Тут мяч у нас, подбор за нами. И... Ой, какой сайв от Курту. Это Серегу я забыл, сори. Ой-ой-ой, мимо денег, мимо денег. Беда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это я получил. Так, сам виновен, потому что задачи я не давал своим крайним защитникам оставаться сзади, ибо хотел давить. Хорош. Здорово! И решай! Перекладина! Роналдиньо. И на Вайзера офсайда не было. Давай, 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 малыш! За Германию вытащи! Передача. Хорош, Роналдиньо, еще пас, Трауре, забивай, удар! Штанга! Добить! Капец, вот это ты фартажопый! Опа, читалось, читалось, Вайзер. Разрез, хороший, Роналдиньо, удар, пенальти. Как не пенальти, ёханый бабай. Давить, и будет гол, будет же, будет. Роналдиньо, удар. Серегу на месте. Иисус, Роналдиньо. Ух ты ты. Опа-па, удар. Блок, давай еще. Ты посмотри, а. Только бы без глупой ошибки. Ай-яй-яй, Роналдиньо. Опа! Ну! Вот он! Вынимай сетку там, порви, Роналдиньо! Танцуй в этой сетке, проломайся сквозь сетку! Вы видели это? Вот он! У-ху! Да! Заслужили! Заработали! Затащили! Вынимай! Ломай, ломай, ломай его! Да ладно! Фух, штанга справедливо. Вот тебе твою штангу. Ай-яй-яй. Ну, и удар. 3-1. Конец. Вот что бывает, когда ты веришь в успех своих ребят и дерешься до конца. Рано или поздно успех приходит. Главное верить и сражаться. Лучшие. Таким вот замечательным образом возвращается Роналдиньо и забивает целых 11, если не ошибаюсь, мячей, да? 5. Хитрик и хитрик, да, 11 мячей, и это невероятно. После такой вот неудачной серии с бразильцами мы замутили гибрид, который нас привел к успеху. Ну а три замены, которые я должен был бы сделать сейчас, я сделаю уже в следующем выпуске, чтобы была маленькая интрига и интерес, а кто же там будет, собственно. Сегодня же благодарю вас за просмотр, если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы зашли на меня впервые, и до встречи, и всего хорошего. Дамы и господа, с вами Ёжик, и сегодня у нас Вагер матч. 4 месяца назад мой соперник был наказан, и после этого он попросил реванш. И вот наконец-то мы сыграем опять. Это Акул!